Казанский федеральный университет по рекомендации Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания провел развернутую лекцию, посвященную геополитической ситуации в мире. Инициатором и главным спикером стала доцент кафедры начального образования Института психологии и образования Лера Камалова, которая подробно рассказала о важности и актуальности кураторских часов. В Институте психологии и образования довольно часто проводятся самые разные открытые мероприятия, в том числе и кураторские часы, где опытные кураторы проводят открытые мероприятия, кураторские часы для всего института и для молодых кураторов. Институт психологии уже неоднократно проводит подобные мероприятия. На этот раз участниками кураторского часа стали студенты второго курса, которых непосредственно беспокоит нынешнее положение в стране. Подготовка профессионалов в области психологии – основная миссия института. Поэтому проведение открытых часов – это важнейшая часть работы с подрастающим поколением. Вы знаете, наш институт непосредственно занимается подготовкой педагогов. И поэтому в процессе подготовки будущих педагогов мы, конечно же, напрямую этот вопрос затрагиваем, эту тему затрагиваем, потому что, как никто другой, педагоги в наибольшей степени связаны с подготовкой, с работой с подрастающим поколением, поэтому им непосредственно в первую очередь необходимо быть осведомленными в этих вопросах. Следует отметить, что с целью информирования и обеспечения безопасности студентов Институт психологии и образования Казанского федерального университета данную тему без внимания не оставляет. Залина Султанова, Александр Кузнецов, Универньюз.